После выхода России из Черноморской зерновой сделки Киев ведет поиск различных альтернативных маршрутов экспорта зерна и другого продовольствия. Одним из ключевых транзитных пунктов украинских грузов стала Румыния. Зерно доставляется в страну по суше, а затем перегружается на суда в румынских черноморских портах. В качестве альтернативного варианта рассматривается транспортировка зерна по реке Дунай, а затем по суше в порты Западной Европы.